Мужики, всем здорово, с вами Михалыч. У нас сегодня снежный выпуск. Все, это тот снег, который уже не растает. Сейчас, что удивительно, я без велосипеда, потому что у нас сегодня предстоит такое суровое испытание. Я не знаю, как это правильно назвать. Наверное, правильно будет назвать лыжный велосипед. И в скором времени он сюда на ленту подъедет. Мне как раз это, мне как раз несут. Я тут один без велосипеда. Думаешь, что это с первого дубля получится? Что это за аппарат? Что за хуйня? Это адское создание. А что это за рама такая короткая? Немного... Немножко детская. Вон настолько короче, короче. Ну что, мужики, сейчас, короче, будет происходить. Будем устанавливать педали, которые пеги на самом деле. В общем, будет очень интересно. Я тут единственный без аппарата. А ты что, кстати, не достаю? Ну что, мы сейчас были с это. Раз, два, три, четыре. Шестью велосипедами, блядь. А что? Нормально. Прикручиваем пеги. И вообще, я не знаю, Кирич, я не знаю, что получится. Ну это нет, я вообще его удержать не могу. Вообще? Вообще. Солнце. О, у тебя там, а каретка что, живая, нет? Нет. Видишь, из чего это? Я, короче, у меня сколько байков было, всегда у них фланцы с грипсом отрезал. Я, короче, чисто фланцами с грипсом напихал туда каретку. Что? Ты хочешь сказать, что она мягкая? Да. Ну там, ну как мягкая? То есть там грипсы, да, внутри? Ну, можно сказать, да. А это что? А, это стиль, да? Это стиль покраски, да. Это стиль для скорости называется. Да, плюс 3%. О, господи! Что не так с рулевой? Это проставочных колес не было. И вилка отдыхает просто. Она кайфует, мне кажется. Пацаны разобраться не будут, как у него встать, как на нем ехать. Вот, сейчас еще удобно. Стоять! Вы в лес. Слетело? Да, подойди. Стоять. Все, накатай. Сейчас попробуем починить. Тут просто сложная система, тут еще перья раздвигать надо. Сейчас займем. Сейчас я подожди, я это силушку богатырскую в этой. Я прикол, я вдвоем с Юлькой это делал. Вы че, бля? Почти. Ты уж там как следует раскрути его, чтоб уж наверняка. Опа! Так, теперь можно. За всего разгона. Чё, сейчас мы узнаем, как это. Ты только не соскользни, только не соскользни. Я держи баланс, всё как сопляк. А я говорила, ну, что это полный. Сейчас будет недодрифт, наверное. Не, я больше не поеду, давай сам. Медленно, аккуратно, тихо. Я пытаюсь тебя удержать. Надо с этой. Надо на ней просто на горке ехать, там стоять. С горки. На горке, что ты хочешь, куда все ты не пусть. Да я прям с горы вот так вот поеду, короче. Да. И все, и царство. Ничего. Ничего, ну, я про то же. Максон, зацени, как каретка ходит. А это нормально. Она же из резины. Че бы она так не ходила? На такой штуке табаган не сделаешь. Или сделаешь. Ну, тут табаган еще. Давай бар. Чисто так, надо и так. Навернись, давай. Ты ж всегда читер делал. О, правильно. О, ты тут вообще бесконечно можно включить. Так, еще раз читер. Мне кажется, это нереально. Артур, хочешь? Попробуй бар, хочешь? Да он не тяжелый, просто он на досках.
Подвеска маленько разлетелась. Нет. О, жесть, недолго музыка играла. И, в принципе, можно примотать. Скотч, да, скажи. Сейчас мы сделаем, не волнуйся. На холодную сварку. Да какая холодная сварка? Тут можно без холодной сварки обойтись. Сделаем вид, что она рабочая. Да, вот так. Все, готово. Пойдем. Скажем, что подлодка есть. Ты что, бар же попал? Да, бар уже был. Да, бар уже был. Да. Был. Стой, ну я с крючками приехал. Пиздец, ты сам? Так а что, смотри, короче, в принципе, можно вообще вот так вот сделать и смотри, видишь, все, нормально. Ага. И даже поворачивать будет, смотри. Тебе реально не нужны больше? Да нужны, конечно, сейчас мы прикрутим, откручивай. Ну да, Fuji Tailwhip. Сейчас будет дроп с бордюра, смертельный номер. Там пи***а. Короче, руль с рулем можно вообще вот так. Когда синий едешь, руль можно вот так вообще повернуть. Че, удобно? Ну, пошел. Не, это вообще... Вес назад еще сильнее, еще. Это как на фейках. Сидушка слишком жестко стоит. Че жестко? Мне вообще... Это как уж... Я серьезно это не заметил. Давай, ровно, поставим. А, Келли, она вообще уже еще больше есть. Мягкая сидушка. Ты твердожоп просто. Ты твердожоп. Сам ты твердожоп. Черт. Так, Артур, нужна ваша помощь. Вы меня, короче, в эту сторону толкаете, а Кейч меня в ту. И получается вот такая вот штука. Короче. Пиздец. Это на ходах? Это не, не знаю, как вам год. Подопытный. Не-не-не. Так, раз. Давай, раз. Два. Я могу разогнать до предела того, что Кирилл. Кого, Кирилл? Давай, Максона. Нет, давай, спасибо. Давай. Ты что только снимаешь? Я. Давай я посниму. У него давай. Там оборудование на несколько тысяч баксов. Да. Давай, давай скинемся кого? Я? Да, давай скинемся, ну что? Давай, раз, два, три. Блин. Это сопряги какие-то. Не умеют по-нормальному ездить. Не умеют ездить. Я, вот это я, вот это вот я понимаю. Как говорится, это дизель, да. О, там тоже это, вон, на санях. И выше. Вот такие у нас пирожки нынче, да. Бля. Слушай, я бы все-таки на таких покатал. Они и покруче будут, покруче. Там у лыж, короче, у них там рифленость такая присутствует. Ну чё? Чё? Мануал, попробуешь, что ли? Ну давай. Да смысл, блядь. Я, блядь, стою на месте. Блин, ебали где-то.
Чую, где-то ебали, Валер, тебя. Так на ходу ты вот так будешь ездить. Нет, он будет тоже стоять такой. Мэнл от пожилого, в натуре. Чисто. Да какого хрена, подожди, не понял. Это сука, а? Хитрая, бля. Вот так я и фризлю. Зимой мы планируем делать вот такие вот нестандартные решения. И, собственно говоря, это первый проект, и скоро уже будет второй. Первый это для зимы, а второй это чисто для души. Такая детская, маленькая, трехколесная. Но пока что особо спойлерить не буду. Но, в общем-то, будет много всего интересного. Так, на следующее видео мы решили, что, во-первых, меняем шайбу на стальную. Во-вторых, сюда прилепим наждачку. И в-третьих, что самое важное, что-то заменить, поставить за место этого, потому что это благополучно отвалилось. Также надо придумать что-то с рулевой. Ну, в общем, в следующих видосах увидите. Всего хорошего. Давайте. Громко. Как оно у тебя? Просто замечательно. А где твой? А мой отдыхает. Чего так? А вот мы сегодня видели снегокат такой интересный. Как вам вообще? Ну нормально, особенно с горки полетели. А, с горки, да. Но там надо доработать управление непосредственно. Ну или эти тормоза врубать. Точно, и тормоза надо. Да тут все надо, елки-палки. Я вообще. Ну как вы считаете, задумка-то нормальная получилась? Ну, да я вот что-то думаю, ё-моё, с такой можно так с горы расшибиться. Шлем надо покупать первым делом. Обязательно. Страхово, потому что действительно. Обычная кола. Ну так может показаться с первого взгляда. Это инопланетяне и пришеленцы. Нет, ты это видел. Берешь такой. Оба! Нет, ты это видел. Я тебе говорю, инопланетяне. Бумерангом тупо. Где? Чего? Да вот она. Магнитится. А, все, на пол упала, отмагнитилась. Черт. Вот это да, вот это игрушка, слушай. Ну да, в принципе. Зачем заходить в ленту? Ля какой, электрический самовар, ля, да, кнопку включения и презерватив, вот он, ля какая, 2200 ватт. Ну и 2200 рублей. 2200, все правильно, да. Да. По ваттам, знаешь? Да, по ваттам. 800-800 рублей. Вот в древности люди были такие, вот это вещь, вот это да. А почему, смотри, мощность, здесь написано 2000 ватт, а там написано 1080. Это что за дела? Чую, где-то ебали, Валер, тебя. Дайте этот самовар Михалычу, и все. И он сразу определит, что на***. Все сначала смотрят сюда, а потом... Да, сначала, чтобы вверх посмотрели, а потом внизу. Мы вам писали, вообще-то мы вам писали. Ну, конечно.